детства крестьянского мальчишки, это очень интересно. Мальчишка крестьянский имеет возможность видеть много красивого в природе. И там и ночи, и зори, и дождь, и туман. Я не помню, когда я начал рисовать, но вот эти вещи я помню до сих пор, и они меня всегда поражали. Дед говорил, личность замечательная. Он, по-моему, очень был отзывчивым к такой, к поэзии в природе. Я с ним и пахал, и в ночное ездил. И он как все часто обращал внимание на какую-нибудь такую, ну, красоту или проявление в природе чего-то такого очень нового, интересного. Он понимал, что человеку надо формировать себя, учиться надо. Он понимал это. У 7 лет, у каком году он пошел? Что, у 14 лет пошел, кончил семигодку и пошел у Москву. А тут такой он хочет ехать, а грошей ни копейки, ни копейки. У меня брат на ветеринарном пункте селитаром работал. Я тогда пошла, да, слушайте. И он тогда не дал мне брат грошей. Я прихожу от брата, да, кажу, не дал грошей, каже, он Гомеля не знаю, а в Москву поедет, это он залуниться где-нибудь, не дам грошей. Пришла, так и она так, дай гроши, косы на себе рве, дай гроши. Я снова к брату пошла, ну, нема где взять. Брат той на 50 рублей дал. Поехал. Мне кажется, вот эти воспоминания детства, они потом в зрелом возрасте с удивительной какой-то явью преследуют художника. Они пробуждают воспоминания, воскрешают тех людей, с которыми жил, которые работали. В детстве человек становится тем, что он будет в будущем. У меня несколько было вариантов этой картины. Есенин с дедом. Зная своего деда, я представлял, что такой же крестьянин мог бы быть и у Есенина. Я их полагаю это развернуть к зрителю двоих. Есенина мальчишку и деда. И создать вот ту атмосферу жизни, которая разбудила, что ли, поэзию Есенина. Вот тогда материал это не было, а полотняное, все полотняное. Холст это прали, мы ткали. Я ему штоники уклала полотняные, и сорочечку, и стала вот такую крошечку, и хлеба кусочек, и он затем майданчик и пошел в свет. Одел деревенский, поехал. Ситцевая рубашечка, простые штаны. Важно художнику, чтобы он понимал, что искусство – это великая гражданская категория. Что художник служит искусством, добру, человечности, совести. И в учениках я считаю, что художник должен готовить себя к этой большой гражданской миссии. Он должен владеть своим мастерством и относиться очень взыскательно. Мне всегда вспоминается очень хорошее слово Андрея Платонова, что художник – писатель должен писать свои вещи как единственную. То есть он должен отдавать всего себя, весь жар, пыл вот этому своему замыслу. Значит, может, он тогда красив, когда как-то вот есть внезапность в нем такая, не постановочная. Хотя, может быть, и очень постановочный натюрморт. Но есть и натюрморты такие, которые они самим обстоятельством являют, предлог для живописи. И колористически это интересно. И рядом, скажем, вот такой вот портрет женщины, он явно весь, понимаете, исходит от каких-то уже рожденной не самой натурой, а образцами. Вот сейчас прямо такой Ван Донген, да, вот как-то. Явно, верно, ведь, понимаете? Вот. И поэтому это уже не убеждает. Если это вызывает какие-то размышления, какое-то внимание, потому что это
Вот вот что значит, когда рождено жизнью и рождено какой-то уже такой... Он очень хорошо организован. Да. И поэтому цвет такой вот. Это несколько, да. Он там цельный, организованный, очень натюрморт. Подражательный он, поэтому он даже характер человеческий не улавливается. И колористически это все соткано из образцов. Рыхло нарисован как-то по пропорциям. У него тазик разъехался. Коленки, ножки, обрез очень, не очень удачно. Вот, между прочим, натюрморты лучше выстроены. Выстроены в своих формальных позициях. Это здесь очень много такое, которое вот обрез, очень неудачный обрез, скажем, да. Скажем, ножки к голове вне пропорции, да. Потом это голубое, кепка голубая у него, она вне колористической логики всего остального, она несколько с другой оперы. Рядом вещи с собственными глазами видены, увидена через мастера, она не несет никаких таких достоинств. Так что вот понятно, где... Понятно. Это. Главное, хорошо, что они рядом стоят. Это очень поучительно. Вообще все ценное в искусстве, когда рождено собственными размышлениями, какой-то действительностью, жизнью. Чтобы действительно создать что-то значительное, надо, во-первых, чтобы отфильтровался этот замысел. Для него нужно тот достоверный, подлинный материал собрать. На этом предшествует большая черновая работа, бессонная ночь, должен вам сказать. В том-то и дело, сила искусства, что оно может вернуть ушедшее, дать ему зримую явь, зримую эмоцию, зримые чувства. Вот, скажем, такая вещь, как вот черешня, она появилась потом, и я вспомнил вот своих там ребят, я вспомнил друзей детства, которые погибли в эту войну. Для них это вот короткая пауза, как они как-то отрешились вот от этих будней жестоких войны, у них мысли витают где-то вперед, туда, в будущее, в мирное, в мечту. А может, за следующим холмом они полягут все, что так часто и было. И вот это вот какая-то редкая пауза тишины, каким-то счастьем для них кажется. В картине нужен какой-то предлог, вокруг которого бы развернулась ситуация. Развернулись бы чувства, эмоции, характеры проявились бы. Тот элемент, который бы объединил бы их вокруг какого-то предлога. В том случае вот эта черешня, такая-то свежая ягода, она внесла в эту вот жизнь военную какой-то элемент другой, мирной жизни, другого чувства, другого вкуса, запаха. А где у нас, ребята, венский был стул такой, венский стул, развалился. А? Мы его так берегли, понимаете, для постановок, а вы как-то так ее швырнули, наверное, да? Не, она была положена. Девушка была спочек. А если мы развернем у вас профиль, так? Вот. Так, сюда смотрите. Об Евсею сейчас беспокоюсь тем, что он же самостоятельный, а того и не приедет навестить матку. Вот я того беспокоюсь. Что ж ты за детенок, что ты не приедешь навестить? А? Чи он забыл? Чи он не хочет? Чи он не хочет ехать? Я не знаю. Вот это вот. Вот я, ну я правильно же говорю? Он не едет. Хоть бы же он тут же Ленинград, это... Не Казахстан, не в Сибирь, не он, как это кажется, и чакотка, день хворободка тает. А он же в Ленинграде, чего он не приедет. Он все пишет, приеду, а я кажу, он ведет, наверное, на валах. Как бы он на машине, он бы быстрее. А то, наверное, на валах едет, так он не скоро приедет. Потом можно отсюда писать, можно будет. Хорошо, белый, наверное, на плече там все. Вот сейчас может быть. Ничего, так сейчас мы не знаем, какой свет. Мы же тут, это так пример. А так вот, отсюда. Как же дал Бог приехал. Я уже, я по этому плачу. И кажу, нет, я оттуда нет, а не могу. Thank you.
Это послевоенная земля. Вот это люди любят эту землю. Я хотел сейчас передать, что это глубоко заинтересованные люди в делах крестьянских, колхозных. Это не сезонники, которые пришли и ушли. Это люди, которые родились здесь, и они ей отдают всю душу, все свои помыслы. Матери и сестры картина, которая для меня очень дорога. Она была тем истоком, который я пережил. Я видел, вот и как меня мать провожала, я помню, первые дни войны. Я видел этих женщин, фигуры их. Я видел в их глазах и надежду, и тревогу, и какую-то даже и боль. Горе не делает людей красивыми. И вместе с тем они полны достоинства. Мне дорого, я не очень долго, много думал, работал. Мне хотелось как-то написать о русских женщинах такую повесть. Такие у меня человек. Никогда это. Кто его веда, не разговорит, то разговор. Вот хай придут и друзья, и он не очень то разговаривает. Я кажу, и он говорить не умеет. Вот так я говорю. Это мои дети, верно, говорить не умеют. А соседка вот напротив нас, живе, она говорит, они не умеют брехать. Так они говорят, у тебя не умеют. А то они не хотят богато говорить, и не брехать. Из каких-то компонентов пластических. Они выражают смысл вещи, точно так же, как слово, скажем, в поэзии, выражает мысль. Ну вот, в одном случае слово может быть информацией, а в руках подлинного мастера, художника, оно становится поэзией. Вот где грань, когда слово становится поэзией, искусством, это тайна, черт подери, это очень сложно. Вот о комиссаре. Она писалась как-то одновременно с черешней. Мне представлялось, что образ комиссара какого-то такого
широкой души, и человека и решительный, вместе с тем каким-то очень большим и сложным духовным миром. По живописи, по пластике мне надо очень такую тонкую вещь написать. Трудно говорить о своих вещах вообще, очень трудно. Художник, по сути дела, все сказал, когда он написал. Он высказался радостно художнику, когда отзывается его мысль у зрителей. И очень печально, конечно, когда она не доходит, когда она осталась где-то за пределами холста. И очень больно. Ну, вот-вот-вот, надо попрощаться. Ну, мама. Не забывай мое лицо. Ну, так я приеду еще. Да. Не забывай. Сейчас мало я побуду, потом приеду еще. Может, зимой приеду побольше. Нет. Нет. Один день тоже. Ну, приеду обязательно зимой. У меня будет больше времени тогда. Ну, мне уже тут так одни сутки приехать. Вдвоем бы приехать. Ну, ладно, мамочка. Ну, тогда.